Хотел бы вам рассказать метод, самый, на мой взгляд, самый лучший бесплатный метод накрутки, в принципе, многих, да, вещей, подписчиков, лайков и так далее, почти на любом сервисе. Это AdmeFast. AdmeFast.com. Здесь я накрутил 61 796 поинтов, при том это я год назад, по-моему, занимался такой херней, то что хотел до 100 тысяч дойти и снять это видео, но до 100 тысяч я не дошел, дошел до 80, по-моему. И вот осталось 62 тысячи практически. Как я это сделал, сейчас я вам расскажу. Так, нам для начала понадобится ну, Firefox. Для начала браузер Firefox, на него качаем, прописываем в поисковике в любом. Даже можно, наверное, на русском написать сейчас. Macros Firefox. Так. Вот, выбивает iMacros. Заходим сюда. И вот, загрузить сейчас. У меня и макрос, как вы видите, есть на Firefox, он слева. Поэтому качать я его не буду. Допустим, мы его скачали. После скачки заходим в настройки. Блин, не, не сюда, вот сюда. И здесь вот дополнение есть кнопка. Нам его нужно здесь включить. Вот, iMacros for Firefox. Здесь можно его включить, отключить. Ну, в вашем случае включить. Окей, теперь появится у вас кнопочка макроса вот здесь. После того, как вы ее нажмете, вылезет окошко слева. Собственно, накручивать можно на AdmeFast с помощью макроса поинты через страницы Facebook, ВКонтакте, либо YouTube. На мой взгляд, самый действенный метод это через Facebook, потому что Facebook очень долгое время, в отличие, например, от контакта, не банит за всякие зацикленные выставления лайков, добавления в друзья и так далее. Если вы все-таки решили где-то, допустим, делать накрутку ВКонтакте, заходите в настройку и меняете язык на английский. Потому что распознают макросы только английский язык. Нашел действующий скрипт для iMacros для YouTube. И там нужно выставить английский язык. Итак, поехали. Вбиваем его, естественно, вот сюда. Итак, смотрим, как работает этот макрос. Так, вот он зашел на YouTube Subscribing. И заходит непосредственно по ссылке. Нажимает Subscribe. Окей. И выходит. Вот очки нам засчитаны. Пока iMacros будет работать, вы наконец-то сможете оторвать свою ленивую жопу от компьютера, пойти прогуляться, сходить в туалет, либо просто сидеть и наблюдать, как она делает автоматически за вас ваши задания.